Приветствую всех на канале Артамон и Файф. Я сегодня снимаю свое очередное видео, и сегодня делаю очередной видео-ответ на ваш вопрос, который вы мне задаете в социальных сетях и в комментариях под моими видео. Сегодня довольно-таки интересный вопрос, и мы начинаем. А вопрос сегодня довольно-таки очень интересный, он касается денег. И сейчас я его полностью зачитаю, довольно-таки объемный вопрос. Зачитываю. Планируем переезд в Германию как поздний переселенец, и, скорее всего, первое время придется прожить на социале, примерно год, пока не пойдет курс интеграции. Насколько мне известно, находясь на социальном обеспечении, допускается иметь автомобиль стоимостью не более 7,5 тысяч евро на семью. Возможен ли переезд на своем автомобиле, который не будет подходить под требования, описанные выше? Его стоимость будет выше 7,5 тысяч евро, примерно 20 тысяч евро. Как отнесутся к данному факту социальные службы? Может ли это быть основанием для отказа в получении социального пособия, несмотря на то, что автомобиль не был приобретен в Германии, а завезен во время переезда? Могут ли попросить его продать и пожить на эти средства? Будет ли иметь значение тот факт, что переезжаем с женой и тремя детьми? Заранее спасибо за ответ. Интересный вопрос, очень интересный вопрос, потому что действительно, проживая здесь в Германии, получая социальные пособия либо Arbeitslosengeld, либо Hartz IV, вы имеете право на приобретение машины стоимостью не более 7,5 тысяч евро. А если у вас есть какая-то собственность, а машина является собственностью, является движимой собственностью, есть недвижимость, есть движимость, так называемая, да, то вас могут, естественно, и это если собственность стоит больше, чем 7,5 тысяч евро, то вас могут попросить действительно продать эту собственность и какое-то время, рассчитав все, конечно, пожить на те средства, которые вы выручите с продажи вашей собственности. Это касается и того, если у вас есть какая-то собственность осталась в России, от которой вы получаете доход, либо получили. И если вы эту собственность заявляете, средства денежные, которые вы получили от этой собственности, то вы должны изначально первое время будете положить на эти денежные средства, которые у вас имеются. Поэтому лучше не рисковать, и, получая социальные пособия Arbeitslosengeld либо Hartz IV, не передвигаться по Германии на машине стоимостью примерно 20 тысяч евро. Это будет подозрительно, потому что если вам нужно будет приехать на термин куда-то в джоб-центр, допустим, да, и вы приезжаете на машине стоимостью 20 тысяч евро, и один из сотрудников этой организации увидит это, то есть как бы у них возникнет вопрос, откуда вы взяли деньги на приобретение такого дорогостоящего автомобиля. То есть если вы скроете, допустим, если захотите скрыть этот факт, что у вас нет автомобиля. Но опять же, вы должны подавать всю информацию достоверно, потому что в конце, когда вы заполняете все документы, все бланки для подачи на пособие, вы в конце подписываете, что я подал всю информацию обо мне верно. То есть вся информация верна. И подпись вы ставите. То есть, если вы хотите обмануть как-то, может быть, немножечко, то и подписав этот документ, вы попадаете уже под угрозу другого наказания. Не стоит это делать. Лучше, все-таки я думаю, что мой вам совет. Этот автомобиль продать и, приехав сюда в Германию, купить автомобиль стоимостью до 7,5 тысяч евро и здесь на нем передвигаться. Тем более, ваше водительское удостоверение будет действительно всего лишь в течение 6 месяцев здесь, в Германии. Потом вам нужно будет пересдавать на немецкое водительское удостоверение. Думаю, что ответил на ваш вопрос. Еще раз повторюсь, не стоит рисковать. Либо, еще есть один вариант, вы приезжаете сюда, не получаете, не пишете никакие заявления на получение пособия,
Передвигайтесь на своем автомобиле, самостоятельно оплачивайте медицинскую страховку, самостоятельно оплачивайте проживание за квартиру, да, то есть в армии-то, самостоятельно оплачивайте другие расходы, например, если у вас есть дети, трое детей, как вы написали, детский садик самостоятельно оплачивайте, оплачивайте хорт в начальной школе, оплачивайте питание в детском саду, оплачивайте питание в начальной школе для ребенка. И это будет довольно-таки большое количество денег, которое нужно будет затратить ежемесячно. Поэтому стоит подумать, что сделать в этом случае именно вам. Я вам посоветую, что лучше продать и, приехав сюда, купить автомобиль стоимостью до 7 500 евро. Потому что вы все-таки переезжаете в другую страну, здесь начинаете новую жизнь, и это должно быть... так, именно так. То есть вы должны изменить свою жизнь, изменить. Чтобы потом, в дальнейшем, конечно, получив курсы немецкие, вы пойдете, может быть, куда-то обучаться, вы, может быть, найдете какую-то хорошую работу, и тогда вы не будете зависеть ни от какой службы государственной, и вы сможете себе купить автомобиль стоимостью и 20, и 30, и 40 тысяч евро. Но какой-то промежуток времени, это первоначальный промежуток времени, нужно будет воздержаться от того, чтобы у вас были какие-то дорогостоящие вещи, собственность. На этом видео буду заканчивать. Если оно вам понравилось, ставим лайки. Не понравилось, ставим дизлайки, либо вообще ничего не ставим. Делимся моим видео в социальных сетях ваших. Рассказываем о моих видео вашим знакомым, друзьям, близким. И подписываемся на канал Артамонов Лайф, нажимаем на колокольчик рядом с словом «подписка» оформлена для того, чтобы самым первым узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале. Я же желаю вам всего доброго, всего хорошего. Ставьте перед собой цели, идите к своим целям и до встречи с новых видео. Без бальт. Чилс.